Привет, Вегас. Скажи привет, Вегас. Привет, Вегас. Вот такой странный тут ключ. Так, вставляешь и... Вот на второй день в Вегасе мы приехали в деревню какую-то заброшенную. Вот такая красота. То есть вокруг нас вообще все это пустыня. Такие горы. А вот наш старенький Dodge. Он уже проехал 50 тысяч километров, мать его. Вот такой старый Chevrolet. А вот та писюлька, которая... Это, мне кажется, для дворников была. Какой домик. Наверное, кто-то сделал это. Он взял заброшенный город и так отдекорировал. Прикольно. Старые вывески еще. Что там, интересно, находится? Ну, здесь дома строили из камней. Очевидно. Ничего тут нет. Эльдорадо. То ли Шевроле, то ли что-то такое. А это заправка. Видишь, раньше бензин содержал этот лит, это свинец. Какая она старенькая тачечка. А вот здесь, видимо, то, что осталось от старой шахты. Ну да, сюда заходить нельзя. Keep out написано. Здесь, блин, так все похоже на оригинальный Mad Max. Вот и машина из Mad Max. И тот автобус тоже из Mad Max. Он, блин, как из фильмов фантастики, вот этот автобус. Такой округленный носик такой, прям вообще. Вот это школьный автобус написано. Вот это, я понимаю, настоящий школьный автобус для Третьей мировой. Ой, смотри, какой Volkswagen под фургон сделан, обалдеть. Только сделан под фургон. Не фургон, этот, полоску. Еще очередной футуристичный автобус. Блин, как это круто вообще. А вот это какой-то самолет, он говорил, времен Вьетнамской войны. Смотри, миксер. Вот когда Dodge делал хорошие машины, черт подери. Это, наверное, даже багги ездит. Даже велосипед старенький стоит. А фотоаппарат сдох. Вот там видно шахта наверху. А это их главный магазин. Вот такая вроде абсолютная безделушка, да, но так прикольно все когда вместе сложено. Тулья какие старые, изъеденные муравьями. Ой, как прикольно. Везде написано, блин, private property. Никуда нельзя ходить, видимо. Сколько лет, наверное, это собирали, вообще нереально. Ой, какой он большой. Смотри, какой большой лось. Фильмы, которые тут снимались. 3000 миль до Грейсленда. Записались на тур, который идет в шахту. Посмотрим, что это такое. Видишь, что написано? Это не Диснейленд. Check-in at store. Вот тут он старый тоже. Тут столько старых вещей. Вообще обалдеть. Это просто это. Hello. Hello. Hi. Вот такой вид тут из окна. Ой, смотри, какой мотоциклет, кстати. Так, Саня?
сверху садишься. Сверху? А вот это Ford. Это Ford T. Одна из самых продаваемых машин. Ух. Пианино. А эти кактусы, она рассказала, что они входят как в масло, а достаются как якорь. Вот такие вот кактусы. Здесь надо быть очень аккуратным, потому что обитают гремучие змеи. Вот эти кактусы какие красивые. Как они воду черпают тут. Ой, какой огромный. Большое озеро, честно говоря, не очень, очень неожиданно. Откуда, блять, пустыня? Озеро. За ага. Речку уже не надо. Фу, Аризона. Ага. А это все-таки речка, да? Прям такой мини-каньончик. Пейзажи. Что скажешь? Пейзажи, такая красота. Это пожалуйста. Вот сейчас мы проводим тур с таким хохмачом местным. Вот это настоящая шахта, которую что-то там рыли. Get everybody in. Oh, they're everywhere here. Такое вот прикольное место тут есть. Очень забавный экскурсовод. Вот такая одинокая дорога, блин.